Отправляюсь я на Лукойле. И сколько, думаете, у нас стоит 92-й бензин? 40 рублей 26 копеек. Они вообще охерели, что ли? На Лукойле все время экта 92-й. Простого 92-го не найти на лукойловских заправках. У нас в городе еще есть... Ну, у нас Лукойл — это, наверное, единственная заправка, которая везде есть. Везде по области. В Вологде есть еще 3 или 4 штуки шелловских. Одна Газпромнефть, я насколько знаю. Короче, дерут деньги Лукойл. Это вообще ужас просто. На 500 рублей вот 12 литров с половиной заправил. Охренеть. Жрет, фиг знает сколько жрет. Вот на 500 рублей заправился. Это 3 деленица. Ну, было одно деление, 2 деления на 500 рублей. 2,5 может. Охренеть. Цены растут, все растет. Нахрена нужна машина? Сейчас, наверное, на такси дешевле ездить, чем, блин, содержать это драндулетину. Короче, бесит она меня уже.